Полицейские посты, перекрытые дороги и пункты санобработки. Никто не выйдет и не войдет непроверенным. В Маргаушском районе начал действовать ряд карантинных ограничений в связи с возможной вспышкой африканской чумы свиней. Досматривают и обрабатывают проезжающие машины, проверяют, не перевозят ли в них мясо, в том числе подвергшееся термической обработке, то есть приготовленное любым способом. Номера авто записывают в специальный журнал. Охотников попросили выйти в леса и помочь сократить поголовье диких кабанов, основных разносчиков инфекции. Выбран участок, он был заранее определен для сжигания трупов кабанов, добытых в угрожаемой зоне, а также изъятых, отчужденных у населения, которые попадают в зону, в угрожаемую зону. Идут подготовительные работы, вырыт котлован с требованием ветеринарных правил для захоронения зольного остатка. В дальнейшем на этом участке сделают курган, поставят ограждение и выставят аншлаги.